Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такой брелок «Механическое сердце». Начнем. Раскатываем пласт шоколадной полимерной глины 2,5 мм толщиной. Дотсом или иголочкой рисуем сердечко. Вырезаем лезвием по контуру. После того, как сердце вырезано, пальчиками сглаживаем края, слегка округляя их. Оставшуюся глину раскатываем еще в один пласт около 1 мм толщиной и режем на полоски. Ширина полосок произвольная, в процессе может поменяться. Берем одну полоску и делаем на ней текстуру прошивки. Можно воспользоваться иголочкой. Делим полоску на две части и дорабатываем текстуру. Кладем наши заготовленные полоски на сердечко. Тут уже фантазируем. Я две эти пластиночки хочу еще и прошить, поэтому укладываю их рядом. Дотсом или иголочкой делаем отверстия по краям пластинок. Катаем тоненький жгутик и прошиваем наши пластинки крестиком. В работе помогаем себе дотсом. Для того, чтобы наше сердце приобрело более механический вид, добавим шестеренок. Размещаем декор как угодно, хорошо придавливаем и прижимаем. Продолжаем украшать сердечко. Подойдет абсолютно любая текстура. Просто отрезаем полоски, текстурируем и укладываем на наше сердце. Маленькие шарики будут выполнять роль болтиков.
тонировка. Тонировать будем тремя цветами пудры: бронзовая, медная и золотая. Кисточкой подчерпываем нужное количество пудры и наносим на сердечко. После тонировки отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. Сердечко запеклось, я сверлом проделала отверстие, вставила соединительное колечко и, конечно же, держатель для брелка. Готово! Вот такое механическое сердце у нас получилось. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои мастер-классы, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков! Пока-пока!